Для того, чтобы сделать такой туесок, мы берем бересту, заготовленную летом, естественно. Расслаиваем ее, делаем нужную толщину. Нарезаем в нужный нам размер, ширину, высоту. Делаем замки, потому как на клей туеса не клеят. После того, как форма уже собрана, прошиваем вот такой лентой берестяной. Потом делаем крышки, дно и крышку. Дно забивается, то есть туис распаривается. Прежде чем забить дно, нужно распарить туис в горячей воде и забить дно, чтобы оно держалось уже серьезно. Ну, крышки делаются, ручка. В итоге получается вот такой туис для хранения всевозможных продуктов. Я, например, храню чай в нем. Очень хорошо, замечательно хранится, потому что береста – это экологически чистый материал. Можно хранить любые продукты.